Ни холодная осень, ни проливной дождь не помешали старту всероссийского забега кросс-наций. Организаторы изменили только привычный маршрут. Соревнование мы решили провести в любую погоду. Мы проводим его здесь, на стадионе «Старт». Дистанция будет небольшая, символическая. 800 метров, два круга по стадиону, согласно возрастных групп. А возрастных групп было много. Более 1000 димитровградцев решили пробежаться вместе со всей Россией. На беговых дорожках можно было встретить как самых маленьких спортсменов, так и заслуженных ветеранов спорта. Нам, например, вместе 114 лет, и мы, в общем-то, спокойно, совершенно без разминки можем такой кросс пробежать, показывая им пример. Мы вспомнили свою юность, молодость, когда вот так задорно, как вот эти ребята, участвовали в таких соревнованиях. Действительно, задора ребятам не занимает. Спортсмены проявили активность не только на беговых дорожках, но и на трибунах. Самое главное, что несмотря на погоду, вот это единение, которое испытывает наше молодое поколение, это очень хорошее объединяющее начало. Это, наверное, самый главный момент, в отношении которого мы все-таки эту акцию сегодня и не отменили. Евгения Креминская, Евгений Рафеев. Новости Димитровграда.